Ну вот честно, что мусульманам дал канал Нур ТВ за эти годы? Я вот даже про полезные уроки говорить не хочу, этого было много у них. А вот то, что канал реально помогает мусульманам, об этом надо сказать. Посмотрите, когда запрещали Коран, кто-нибудь говорил об этом? А канал Нур ТВ чуть ли не каждое заседание суда освещал. Бегал за адвокатами, там искал информацию и прочее. И сейчас мы уже можем свободно читать Коран, удалось его отстоять. Разве это небольшое дело? И то же самое с мусульманскими платками. Девочки не могли в школу зайти с покрытой головой. В Мордовии, Пензе, Омске. Да по всей стране такое было. Мусульманок не допускали на экзамены в вузах в хиджабах. И все молчали. И мало где об этом писали. И тем более нигде ничего не показывали. Только Нур ТВ освещал этот весь беспредел по отношению к мусульманам. И теперь вы хотите закрыть этот канал? Единственный канал, который освещает проблемы российских мусульман. А сколько людям помогли они? Нур ТВ все эти годы собирал деньги для больных детей, помогал погорельцам и людям, которые реально нуждались в помощи. Одним даже сиротам, по-моему, удалось дом купить. Вы представляете? И такой канал мы хотим просто похоронить. Если это случится, то надо сделать все, чтобы этот канал не закрылся, понимаете? У них сейчас финансовые трудности, и он реально может закрыться. Уже в этом году он перестанет работать. Все идет к этому, поверьте. Если мы сейчас все вместе канал Нур ТВ не поддержим, то кто потом будет громко говорить о проблемах российских мусульман, а? Пока есть команда журналистов, нужно их поддержать, поймите. Потом мы никого не соберем. Второго такого исламского канала уже не будет. И когда в очередной раз попытаются запретить Коран или ношение платков нашим мусульманкам, то мы даже не узнаем об этом. Потому что все будут молчать, а канала уже не будет. Вы этого хотите?